самый разгар трудового дня на Калинина никто никуда не торопится. Пробка. В районе пересечения с Тенистой в час пик подобное явление регулярно. Но в 15:00 вряд ли. Всему виной ремонт перекрестка на Мухина. После закрытия популярной магистрали ломать голову над продумыванием оригинального маршрута водители не стали. Поплелись к калининской развязке. Пробки постоянные. Утром с микрорайона в центр выехать, но это минут 20 где-то, чтобы просто проехать пробку. Через Театральную объезжать далековато, по бензину дорого выходит. Экономить и терпеть неудобства, либо объезжать перекрытый район с ветерком, каждый выбирает сам. Реконструкция перекрестка тем временем идет своим чередом. Начали рабочие с демонтажа. Срывают старое асфальтное покрытие и копают траншею под новый трубопровод. С этим управятся до конца недели. На весь комплекс работ уйдет порядка 5 месяцев. Перекресток будет закрыт на 3 этапа. Поэтому срок растягивается. Если можно было бы его закрыть целиком, то мы могли бы сэкономить время там, ну, месяц-полтора. На данный момент мы сейчас закрыли улицу Мухина с одной стороны. Следующие 2 этапа будут закрыты Игнатьевская пополам, чтобы работало хотя бы 30% перекрестка, чтобы можно было связываться с городом. Ремонт перекрестка Мухина-Игнатьевского шоссе не только самый продолжительный по времени, но и самый финансово затратный в этой дорожной компании. Специалистам предстоит освоить 80 миллионов рублей. Но все трудности, в том числе и нервы автомобилистов, окупятся с лихвой, говорят подрядчики. Новую дорогу будет не узнать. После реконструкции здесь будет дорога. То есть это не... То, что мы делаем на определенных участках, где подстилается, ставится бордюр, здесь будет практически совершенно новая дорога и новая развязка в Благовещенске. Объем работы достаточно громадный. Вот. Здесь будет разгонная полоса, здесь будут тротуары впервые сделаны, чтобы людям ходить. На время реконструкции перекрестка привычным маршрутом изменил и общественный транспорт. Новую схему движения можно посмотреть на нашем сайте tvgorod.rf. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город».